Череповец – крупнейший город Вологодской области и индустриальный центр северо-запада России. Несмотря на статус промышленного города, Череповец обладает богатым культурно-историческим наследием. Сегодня здесь, по официальным данным, проживает почти 319 тысяч человек. В 1923 году президиум Череповецкого губисполкома принял решение о создании губернского архивного бюро. С 1 июля и ведет свою историю архивная служба города, представленная сегодня отделом по делам архивов управления делами мэрии и муниципальным учреждением Череповецким центром хранения документации. Городской архив располагается на улице Гоголя, 42. Городской архив – это самостоятельное юридическое лицо, которое осуществляет функции по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда. В соответствии с этим в структуре центра три отдела. Это отдел комплектования, отдел обеспечения сохранности и учета документов и отдел автоматизированных архивных технологий и использования документов. В ноябре 2004 года архивная служба города впервые за всю историю существования получила собственное специализированное здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров, построенное в рамках Федеральной программы культуры России. В центре находятся документы с 1917 года и до сегодняшнего дня. Это более 400 тысяч единиц хранения и больше 2 тысяч фондов. На сегодняшний день наш архив загружен более чем на 80%. Документы отражают жизнь нашего города, города Череповца, Череповецкого района, Кадовский, Бабаевский, Чагодощинский район. Это документы по образовательным учреждениям, наука, культура, сельское хозяйство. Хотя документы за советский период, но в некоторых фондах отложились документы за ранние годы. Это отдельные какие-то вот крупицы, типа заявлений, актов, приказов каких-то небольших. Среди огромного количества документов в центре хранятся издания, датированные еще 1923 годом, например, газета «Коммунист». Еще один ранний экземпляр – это заводская книга жеребцов Вологодско-заводской конюшни 1911 года. Сотрудники отдела обеспечения сохранности и учета документов регулярно контролируют влажность и температурный режим в хранилищах, проводят обеспыливание и рационально размещают дела на стеллажах. Еще одна важная функция городского архива – комплектование центра документами. На сегодняшний день в списке организаций источников комплектования центра 68 организаций различных форм собственности. Среди них органы власти, промышленные предприятия, образовательные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения. Есть и документы личного происхождения. В 2017 году специалисты нашего отдела рассмотрели 7,5 тысяч заголовков номенклатур дел 31 организации. Ежегодно специалисты отдела комплектования подготавливают к приему около 2 тысяч дел постоянного хранения от организации источников комплектования и около 8 тысяч дел по личному составу от ликвидированных организаций. Еще одно важное направление в нашей работе – это комплектование центра документами личного происхождения. Мы принимаем от граждан дневники, письма, воспоминания, фотографии. Кроме того, мы продолжаем работу по инициативному документированию значимых событий, происходящих в нашем городе. Городской архив – это кладезь информации для людей, интересующихся историей и краеведением. Здесь создана научно-справочная библиотека, в которой можно найти издания с многовековой историей. В научно-справочной библиотеке хранится более 4000 экземпляров книг, газет, журналов. Среди них дореволюционные издания. Например, полное собрание законов Российской империи, издание 1830 года. Еще одно интересное издание – первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года, издание 1902 года.
Есть в центре и читальный зал, который ежегодно посещают более 400 человек. Архив радует череповчан интересными выставками. Стали традиционными открытые уроки и экскурсии для школьников и студентов. Городской архив идет в ногу со временем. В центре сегодня есть высокоскоростной интернет и более 20 баз данных. В 2016 году закончена работа над путеводителем по фондам городского архива. Он размещен на официальном сайте Череповца. Организовано электронное взаимодействие с пенсионным фондом. Специалисты ведут работу по оказанию услуг через личный кабинет на портале госуслуг. Но приоритетным направлением в работе является исполнение запросов. Ежегодно в центре регистрируется и исполняется около 6 тысяч запросов, которые поступают от физических и юридических лиц. В архив обращаются также и иностранные граждане. В основном это запросы о подтверждении стажа, в том числе льготного стажа и заработная плата. Запросы за прошлый год поступали из Израиля, Германии и Болгарии. На сегодняшний день в Череповецком центре хранения документации работают 22 сотрудника. Труд архивистов очень важен, но в то же время есть в их деле что-то таинственное и даже романтическое. Как говорят сами сотрудники, работать в архивной службе невозможно без преданности своему делу и любви к родному краю. За свою работу специалисты неоднократно награждались почетными грамотами и благодарственными письмами, дипломами областных конкурсов и признавались лучшими архивистами муниципальной службы Вологодской области.